Нью-Йорке прошла премьера нового сезона культового реалити-шоу «Топ-модель по-американски». В 23-м сезоне место бессменной Тайры Бэнкс займет Рита Ора. Она и станет ведущей проекта. Мероприятие посетили представители фэшн-индустрии. Фотограф Эллен фон Унверт, модель Эшли Грэм, топовый стилист Дрю Эллиот и многие другие. В Голливуде состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов года – «Изгой 1. Звездные войны. История». Картина рассказывает о событиях, которые предшествовали четвертому эпизоду «Звездных войн». Фильм представила съемочная группа картины и исполнители главных ролей – Бен Мендельсон, Диего Луна, Фелисити Джонс, Алан Тудик и другие. На красной ковровой дорожке, посвященной премьере новой части «Звездных войн», собрался весь голливудский свет. Для вечернего выхода актриса Британи Фурлан выбрала элегантное белое платье в пол. Лиз Эрнандес отдала предпочтение бархату, который так актуален в этом сезоне. А Рэйчел Ли Кук сделала ставку на беспроигрышную классику «Красный цвет». В Нью-Йорке состоялась музыкальная премия Billboard Women in Music, которая по традиции собрала самых талантливых и востребованных певиц современности. Главную награду вечера «Женщина года» получила Мадонна. Иконой года была признана Шаная Твейн, а Кеша унесла с собой звание «Новатор года». На днях состоялась ежегодная вечеринка «Мужчина года» по версии американского журнала GQ. В этом году мероприятие прошло в одном из самых фешенебельных отелей мира – «Шато Мармон», который находится в Лос-Анджелесе. Вечеринку посетили актеры Райан Рейнольдс и Кевин Харт, модель Келли Рорбах, певица Биби Рекса и многие другие. С вами была я, Алена Ивакова, и вы смотрели программу «Breaking News». Еще больше новостей на сайте телеканала wfc.tv.